я приветствую вас. Продолжаем движение на восток. В данный момент в сторону Ишима. Абатская. Ну и далее со всеми автомобили. Шкода Рапид. Автоматическая коробка. Базовая комплектация. Автомобиль себя ведет хорошо. Легко управляем. Устойчив. Вполне соответствует своей цене. Очередной привал возле поселка Вердюжье. Печально знаменитая своей дорогой ранее. Услугами буфета, столовой не пользовался. Я останавливался здесь неоднократно, поэтому кухню знаю. Мой организм ее не принимает. Те, кто отправляется на восток и будет двигаться через Бердюжье и Шлинкими, то есть вот по этому варианту, то имейте в виду, если с вами маленькие дети, я бы не рекомендовал останавливаться вот в таких местах. Комары, оводы, слепни. Такого количества я не наблюдал нигде, как в Тюменской области. Это просто что-то невероятное, невообразимое. Если комара можно прихлопнуть, то овода так просто не убьешь. Запасайтесь репеллентами, отпугивающими веществами, потому что это мошкара. Эти мухи, они проникают во все щели, даже не можешь представить, откуда они появились в салоне автомобиля, если дверь не открывал. Пролезают во все щели. В общем, это бич для людей, привыкших жить в городских условиях, более-менее комфортных условиях. Здесь он заправился у поселка Бердюжье. Должен сказать, что самый дорогой бензин в России. Дороже я не встречал. Вроде бы Тюмень, край нефти. Но бензин безумно дорогой. Безумно. Просто был вынужден заправиться. Потому что тянуть до мотеля Омич бензина бы у меня не хватило. После отеля Омич самые, ну, по крайней мере, прошлые года был самый дешевый бензин. Самый дешевый бензин. На улице жарко. Не знаю, температура, наверное, за 20. Утро, но уже жарко, влажно. Вчера прошел сильный ливень, здесь он тоже был. Воздух тяжелый, влажный. Как и обещал, начал тестирование двух систем навигации. Но одна iGo Prima стоит на вот этом, на навигаторе Nextplay. Я его, я эту систему более-менее знаю, я на ней проехал через всю Россию. Хорошая вещь. По межгороду, на мой взгляд, самая лучшая вещь. И установил сейчас систему, ну я с английским языком не дружу, поэтому продиктую по буквам систему навигации английскими буквами S как доллар, I с точкой,
извиняюсь, S как доллар, Y как русская U, N и G, Синж какой-то, Синж навигатор, маршрут проложил очень быстро, но пока молчит, ни одной голосовой подсказки не было. Думаю проехать с этой навигационной парой, я буду их сравнивать. Ну, наверное, до куда же я доеду-то? Ну, до мотеля «Уют». До мотеля «Уют». Посмотрим, будет голосовая подсказка или нет. Вчера, насколько это было возможно, разобрался с системами, которые тестировал и сравнивал с Навителлом. Ну, скажу так, плохих систем нет. На каждую систему найдется свой потребитель. Одна в настройках там проблема, ну как, не проблема, нужно набирать, например, город, улицу, номер дома. Вот. А если этого номера дом построили недавно, если этого номера нет, то значит не проложен. На другом... Другом настройки простые, но функционал, то есть на картинка на дисплее не очень богатая, очень трудно по первому разу найти, например, автозаправки на трассе. Вот сейчас будем ехать и посмотрю, будем проезжать мимо заправок, на какой системе эта заправка будет отражена. Вот картинка на этом снимке, значит, желтый, темно-желтый фон, сиреневый трек, желтый курсор, который движется. Отражается разрешенная скорость, постоянно высвечивается. Показывает, отражается расстояние до места финиша. Нам, кстати, осталось 1036 километров. 1036. Показывает также скорость. Вот этот сингл, в общем, я думаю, поняли. Отражается информация о пробках. Тут есть значок светофора. Можно включить функцию светофора. Функцию пробок, то есть функцию светофора.
картинка, имеется в виду трек, сама эта линия движения, очень похожа на трек Айгот Рима. Такая же извилистая кривая и уходит далеко за горизонт. Ну, система вполне симпатичная. Это мне подсказал Айгот Рима. Синджи молчит пока. Синджи. Ну, я думаю, смеяться не будете над моим английским. Впрочем, можете посмеяться, сам над ним смеюсь. Вот этот Синдж, как и Айго, без лишних. Думаю, если бы Айго Прима был установлен на планшете, то Айго Прима более привлекательный интерфейс, более информационный, более функциональный. На данный момент я отдаю предпочтение вот этих двух систем Айго Прима. В очередной раз хочу сказать, что очень доволен стеклянным водонагревателем, стакан с нагревателем. Беспроблемно вчера трижды подогрел воду в нем. Приготовил пюре в стаканчиках. Кстати, два дня подряд после ужина у меня нет проблем с желудком. Я имею в виду лишь воду. Дорогу с собой взял сублимированную это пюре в стаканчиках. Суп-кружка с сухариками в пакетиках разных супов набрал. И проблем, я вернулся, уже не стало. Отправляясь в дальнюю поездку, просто имейте в виду, если у вас желудок капризный в этом плане, как у меня, то лучше всего с собой брать обезвоженные продукты, потому что не всегда на трассе их можно купить. Да и на трассе можно купить, но цена здесь в полтора, может быть, в два раза выше. Я не помню, сказал или нет о том, что на заправке выдвигаться чуть свет. Потому что солнце было бы прямо в лицо, двигаться было бы очень тяжело. Вот в Тюменской области из-за того, что огромное, как сказать, открытое место в основном, от солнца на превосходе ничто не загораживает. И несколько раз у меня было, вставал чуть свет рано, начинал движение и ехал практически, ну не вслепую, но в очень тяжелых условиях, очень. И очки не помогали. Ну очки помогали, но не так. Очень тяжело. Поэтому предпочитаю в Тюменской области начинать движение, когда солнце уже. О том, что красивая природа, окружающая среда очень красивая. Но опять-таки это из окна автомобиля. Жить, например, в таких условиях, например, комары, мошкара, оводы, как еще это называется,
хлебни. Ну, конечно, люди привыкают, живут без проблем. Вот для людей непривычных это, конечно, очень серьезный бич. Останавливался, чтобы сменить систему навигации. Синджик, не знаю, как это правильно читать. В общем, на любителя. Я, по всей вероятности, ее удалю, хотя весит она немного. Вот. Сейчас тестирую Tourmap, систему навигации. Сравниваю ее с Ego Prima. Остановился очень быстро, оперативно. На желтом поле синий трек. В верхнем левом углу значок маневра и расстояние до него. Ввиду того, что дисплей планшета значительно больше, чем X-Play, поэтому информацию тут. Так, и что? Не вижу. Нечаянно прикоснулся к дисплею. И, значит, картинка трека ушла в сторону. Как ее вернуть в исходное положение, не знаю. На других... На первый километр по правое колесо крюк лежит у вас, повнимательнее. Как вернуть ее в исходное положение, не знаю. Машинка будет работать после перекрестка, там... В других системах навигации есть и кнопка, например, где я, продолжить движение. Ее кликаешь, и он автоматически возвращает трек в центр экрана. Здесь я этого, к сожалению, не вижу. Ну а тут появляются дополнительные дорожные треки. Если на Ego Prima тупо ведет влево, например, то здесь картинка отображается, что происходит там, ну, небольшой населенный пункт. Это привлекает звуковым сигналом к себе на Ego Prima. Высвечивается скорость разрешенная и значок видео и фотофиксации. Но радар-детектор молчит, поэтому делаем вывод, что это фиксный обман. Только заменил систему навигации, поставил Tourmap. Тронулся инспектор, стоит машинка, какое-то у него движение нелепое было, мне показалось, что он меня тормозит. Я остановился, спросил, говорит, нет, претензий, заглянул в салон автомобиля, видно было, как у него на лице удивление отобразилось. С Tourmap
проеду, наверное, Душнолобово или Апатская, может быть, даже до отеля Уют. Потом сменю на Яндекс.Навигатор. Мыл стекло с утра. Вот уже опять машкара заляпала его. Очень грустная картинка, когда видишь на трассе погибших животных. На его прима высвечивается красный значок, красный кружок о том, что превышена допустимая скорость. Временами раздается звуковой сигнал. На Синке, на Синже никакой реакции. Ни визуальной, ни звуковой. Впереди, сравнивая два, просто прошу иметь в виду, что это я говорю от себя, для меня. Но у каждого свои предпочтения, свои вкусы, свои интересы. По мне, его прямо выигрывает. Дорожные указатели. Видео и фотофиксация. Знак стоит, но радар-детектор молчит. Делаем вывод, что знак проехал несколько заправок не на Айго Прима, не на Синге, они не отражены. Вдалеке наблюдаю постройки на Айго Прима, их нет, на Синге они отмечены. Мать, блядь. Придурок. Так, как вы слышите? Как вы слышите? Айго Прима и звуковым сигналом, и голосовой подсказкой. Предупреждает водителя. Синж, только картинка. Только картинка. То не очень внятная. Так, проезжаем Ишим по обходной. Ни на Айго Прима, ни на Синже этого, это на картинке не отображается. Если на Айго есть дополнительная функция расстояния до следующего маневра перекрестка или кругового движения, то здесь, к сожалению, этого нет. Не знаю, буду я его у себя оставлять или нет. Вот
удалю, наверное, этот финч. Мне он не понравился. Но опять-таки, имейте в виду, это чисто мое субъективное мнение. На вкус и цвет товарища нет. Останавливался, чтобы сменить систему навигации. Синчик, не знаю, как это правильно читать. В общем, на любителя. Я, по всей вероятности, ее удалю, хотя весит она немного. Вот. Сейчас тестирую Турмап, система навигации. Сравниваю ее с его Прима. Остановился очень быстро, оперативно. Нашел там поле, синий трек. В верхнем левом углу значок маневра и расстояние до него. Ввиду того, что дисплей планшета значительно больше, чем X-Play, поэтому, наверное, информация тут. Так, и что? Случайно прикоснулся к дисплею, и значит картинка трека ушла в сторону. Как ее вернуть в исходное положение, не знаю. На других. На первый километр по правое колесо крюк лежит у вас, повнимательнее. Как вернуть ее в исходное положение, не знаю. На других, в других системах навигации есть и кнопка, например, где я, продолжить движение. Ее кликаешь, и он автоматически возвращает трек в центр экрана. Здесь я этого, к сожалению, не вижу. Ну а тут появляются вот дополнительные дорожные треки. Если на его Прима тупо ведет влево, например, то здесь картинка отображается, что происходит там, ну, небольшой населенный пункт. Это привлекает звуковым сигналом к себе на его Прима. Высвечивается скорость разрешенная и значок видео и фотофиксации. Но радар-детектор молчит. Поэтому делаем вывод, что обман. Только заменил систему навигации, поставил турмап. Ну вот снова сигнализирует его Прима о том, что установлена видеофотофиксация. Радар-детектор молчит. Ну, делаем вывод, что его Прима реальная обстановка не соответствует предупреждениям навигации. Но не будем считать это большим минусом.
лишний раз дернет водителя. Это предупреждает Айго Прима. Объездная вокруг Ишима в не очень хорошем состоянии, требует ремонта. А вот от Ишима посмотрим до Атошного Лобова. Ну, по крайней мере, пока полотно дороги хорошее, без разметки. Но движение нормальное. Интересно, Атошного Лобова сделали Тушнолобова дорогу или нет. После моего проезда, когда это было весной, там шли ремонтные работы. Это Коробейник, торгует коньяком, виски, текила, шарики, палочки, все хренотенью. Текила, все эти виски, самопальные. Не, ну, качество, конечно, хорошее. Ребята с самогонным аппаратом, это спирт. Предупреждает Айго Прима. На экране высветилось знак 60 км в час ограничения. Проезжаем знак «Обгон запрещен». На экране Айго Прима этой информации нет. Бог с ним. Обычно, когда появляются предупреждающие знаки, раздается звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание. Так вот, эти ребята, домашний спиртзаводик, перегоняют, получают спирт, добавляют разные вкусовые добавки. Нифига дорогу не сделали, то что Лобово. Хорошо, что сделали вдоль Атлантская. Там было сильно разбито. Вот и все, что была машинка работает. Спасибо, у вас далеко это было. Всего доброго пути. Камеры я так и не понял. Не разобрал. Наверное, с камерой, потому что если бы он включал радар радар, то у меня бы этот Дотроник бы отреагировал. Но столько едем, молчит. Да, то что Лобовка еще не этот, дорога еще дорогу не отремонтировали. А так, в целом, хорошая, 50%, очень хорошая, 20%, плохая, 20%. Вот почему лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Скажут вам на словах, что вот дорога от Ишима до Абатского такая. Вот. Плюс
плюс еще мои бесценные комментарии. Шутка, конечно. Ну вот пока сравнение Эго Прима с Турмапсом. Турмап. Пользовал Эго Прима. Во-первых, более активно используются звуковые и голосовые подсказки. Во-вторых, нужно будет посмотреть эту iGo Prima для Android на планшет поставить. Очень пассивно ведет себя Турмап. Да, краткая картинка симпатичная. Какая-то информация есть. Но по всей вероятности Турмап он хорош в городе. Потому что я смотрел детализацию, хорошо показывает расположение домов. Ну а на трассе, что на трассе? Сейчас, например, в данный момент проезжаем с правой стороны озера. Не на Айго Прима. Не, на Айго Прима какие-то есть следы водоемов. Ну а на Турмапе этого нет. Просто желтый, темно-желтый лист. Светло-коричневый, на нем фиолетовый трек, название дороги, ну, вспомогательная информация, расстояние до маневра, до поворота, показывает 96 километров. Показывает участок маршрута, то есть от Тюмени до Омска. Внизу написано Тюмень-Омск. Периодически мигает Тюмень-Омск, Тюменская область. Тюмень-Омск, Тюменская область. Название дороги. Вот периодически три раза выскакивает. Значит, название маршрута, или точки маршрута, находимся в этом диапазоне Тюмень-Омск. То, что мы находимся в Тюменской области. И название Е-30. Я своими очками от очки доставать. Пока мнение не в пользу Турмапа. Но в любом случае удалять не буду. Или все, что скачал халявно, все это оставлю. Всегда может, тем более карта памяти у меня там CD, поставил диск, это на CD диске, никак не задействована внутренняя память, 128 гигабайт. Вот 28 гигабайт. Допустим,
очень красивая панорама вокруг автомобиля по бокам. С одной стороны вдали лиственный лес. С той дороги поля. Ближе к горизонту такие подобие леса, лесополосы. С правой стороны озера, рай для рыбаков. Для рыбаков, охотников. Не знаю, охота тут разрешена или нет. Но должен сказать, предупредить, что многие водоемы, они в аренде, не знаю как. То есть рыбалка там платная. Подъезжаешь к водоему, табличка. Частное владение. Платная рыбалка. Ну, что, проехали Абатское. И какая была реакция навигационных систем? X-Play, Aygo Prima и звуковая индикация и предупреждение голосом, световая индикация, то есть появлялись знаки пешеходный переход, максимальная скорость отобразилась заправочная станция. Из двух только одна. Турмап не звуковой индикация, то есть не было предупреждения или не было предупреждения ни сигналом, ни голосом. То есть в абсолютной тишине, в абсолютном молчании. Но если сравнить детализацию картинки, то Нормап четко отобразил все улицы Абатского, поселка Абатское, название улиц, домов, правда, я не заметил, были или нет отображены отдельно стоящие дома, но улицы были четко и ясно с названиями улиц, все это четко отображалось. И еще интересный момент я такой заметил. Если держать планшет вертикально, то отображается перспектива движения. Если развернуть горизонтально к земле, то отображается информация далеко по бокам. На Aygo Prima такой функции нету, на X-Play. Надо будет попробовать, наверное, установить Aygo Prima на планшет и посмотреть, как он будет себя так вести. Вообще, наверное, сравнивать систему навигации не совсем корректно. По той простой причине, что они, наверное, имеют разное предназначение. Для туристов предпочтительнее, по всей вероятности, турмап. Я говорю, то, что отображаются улицы, такая более точная детализация. Для водителей предпочтение, наверное, Aygo Prima. А не наверное, а однозначно. Но в любом случае все эти
навигационной системы я сохраню на внешнем диске планшета, плюс буду добавлять другие. Просто интересно побаловаться. Двигаемся в сторону мотеля «Уют», населенный пункт Крутинка. Крутинка. Кстати, в прошлой остановке я ознакомился с информацией. Просто изумительная рыбалка. В Крутинке есть люди или там компании, не знаю, организации, которые заказывают услуги по рыбной ловле. Места, снасти, лодки и так далее. Информацию о них можно... We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.